Привет! Мы сейчас находимся... Узнаете? Символы, надпись. Это завод зажигалок Zippo. Оригинальный завод. Здесь они производились и до сих пор производятся в США. Вот это такой музей. Музей бесплатный. Кстати, я хотела упомянуть. Вчера мы целый день ездили по паркам, пляжам и так далее. Все. Мы ни копейки вчера не заплатили вообще. Вот заходим. Сейчас будем ходить тут смотреть, что тут хорошего, интересного. Цены? 32 смотри, татинишь. А вон есть и за полтинничек. Да, вот за полтинничек. А вот эти пентхаус, как называется? Плейбой. Да, это такие уже карты всякие. А вот... А вот обычная самая, это за двадцаточку. Ну, это, по-моему, та, что было, может, и за 8 лежит, да? Это он хороший. Это там, мне нравится. Вот это синяя. А, да. Это нейтральная. Ну, да. Идемте ходить. В среднем за двадцаточку. Шакирой даже есть. А это типа можно свои поставить тут фотографии, заказать. Чашки-зажигалки. Но это еще не сам музей, это гифт-шоп. Это этот, да, гифт-шоп. Зажигалки также делаются из 18-каратного золота и серебра. И вот серебряные уже стоят... 300, почти 400, 275, 270. Такие цены на зажигалочки. Коллекционные какие-то. Вот это классно. Со шнурком. Это, видимо, дамские. Вот они вообще такие. А вот уже ножи. Ножи кейс. Слоновые кости. Перламутр. Вот, да? Слоновая кость. Телефон Тайлера. Вот Кейс энд Санс. Это офисные ножики. Вот это ручка из перламутра. Это из слоновой кости. Сейчас музей. Вот эти двери, как зажигалки тут в музее. Музей бесплатный. Кейс. Zippo. Там, как всегда, киношка. Здесь история Линкольн. А вот смотрите, американский флаг из зажигалок сделан. Вот эти, это все зажигалочки. Подробнее вот этот флаг американский. Как они прикольные, эти зажигалочки. Строили сюда.
Абсолютно, абсолютно всех разных. Вот, кстати, Олимпиада в Лейк Плейсиде 80-го года. Вот какие-то с городами. Зиппо. С индийцами. Сан-Франциско. Разные, разные зажигалки. О! Пожалуйста. Так они прикольно их построили. Но разные темы. Выпуски разные. Там продается такая коробочка коллекционная. То есть ставишь эти зажигалочки, это уже коллекционные серии разные собираешь. И ставишь на стенку. Вешаешь на стенку или ставишь на полочку себе. А вот какая зажигалочка. А. Дружба, да? Москвариум. Что это означает? Не знаю. Эти выпуклые классные. Ну, тут можно их рассматривать полдня, наверное, стоять. Да? Mm-hmm. А вот их кремень. Это колесо. У этого колеса в зажигалке пожизненная гарантия. Если она любого года, если она сломается, они заменяют все бесплатно. $300,000 они потратили на то. В 46-м году они потратили $300,000 на то, чтобы создать самые прочные материалы для чего? Для вот этого... Для колесика. Колесика. Сори. Я набрал. Эта зажигалка была выпущена к 70-летию, но это модель 41-го года. Вот это уже больше похоже. А это что такое? А, это дайхард. А фокус-покус. Такой дайхард, он тут еще с волосами. Грин карт. А это а что? Вот это, да? Это шквали. Это не три. А это бедна, без надписи. Это же этот. Да. Нет, 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 не он. Крепкий орешек. Из старых фильмов. Курт Рассел. Старги. Звездные ворота. Апокалипсис сегодня. А, один. Вот, Апокалипсис Нау. Грин карт. Самая популярная зажигалка американцев времен Второй мировой войны. Они тут царапали надписи. Когда я умру, похороните меня лицом вниз, чтобы весь мир мог целовать меня в задницу. Если бы я имел ферму во Вьетнаме и дом в аду, я продал мою ферму и пошел в ад. И пошел домой. Мир сегодня, а завтра это вчера. Интересная философия. Peace is today and tomorrow is yesterday. Вот они выцарапывали, военные выцарапывали здесь всякие штучки. А. А это их лаборатория.
здесь сидят эти, там по телеку показывают. Каждая зажигалка проходит на качество, это вручную описание. Здесь или нет, но... Каждая зажигалка проходит проверку на качество вручную? Тетки и дядьки щелкают. Тетки и дядьки, это значит, служащие сидят и щелкают. А вот осколочки. А, это как, Дмитрий, это как, да, это ice crusher, так их уродует, как сказать, раздрабливает, да, шреддер, пресс, power mower, это газона, вот эта косилка. Электрическая газонокосилка, это какой-то рот-роллер. А, это который асфальтирует, наверное. Трак. Вообще ничего с ним не сделал. Проехал и уехал дальше. Это garbage disposal. Ну вот мы вышли из магазина. Вернее, да, ну как уже оказаться в сувенирном магазине Zippo, ничего не купить. Поэтому мы все-таки купили зажигалку. Хоть, в принципе, мы ее не применяем, но... Ну, это зажигалка Zippo, мы ее всегда можем где-нибудь доприменить. Она не горит, не гаснет на ветру. Она не должна, по крайней мере. В такой красивой коробочке она была. Вот сама зажигалочка. Мы купили золотую, купили... Я подул пять раз, она потухла. Но я дул вот так вот сверху, она шумчит, на что ветер отсюда. Чашку купили, день я себе купил Zippo для кофе. И еще купили мы классный такой... О. Сейчас вас откроем. И магнит. Ну, магнит, да. Магнит это для холодильника. Это обязательно. Все вот. Изготовлено в США. Да, made in USA. Здесь. И за забором. Для зажигалки так, купили такой этот. Зажигалку купили самую дешевую. Нет, самая дешевая там 14 или 15 была. Мы купили за 18. Вот. Но с таким чехольчиком. Мы хотели на сувенир кому-то купить, потому что, в принципе, мы ими не пользуемся. Но, ну как можно? Да, ну купили себе, ладно. Так, гарантия оставить это надо. Гарантия, там гарантия пожизненная, поэтому если что-то даже... Если даже эту зажигалку переедет поезд, мы сможем поехать и отослать ее сюда, и нам ее пришлют новую, такой же модели. А как вот это? Мы купили винтаж. Это поцарапана уже изначально. Изначально такая, поцарапана, да, это как винтаж, винтажная такая этот, медная. Стайл у нее. Ну все, мы теперь едем в одно такое красивое, раскрасивое место, лишь бы дождь не пошел. А ну давай. Она горит, да?